Чтобы сделать укол или сдать анализы, 300 жителям села Алакаевка приходится ездить на Новоспасскую районную больницу. А это без малого 30 километров или час езды на рейсовом автобусе. Собственно, автомобиль здесь есть не у каждого. Старый Алакаевский фельдшерско-акушерский пункт закрылся еще в 1996 году, поэтому все медицинское обслуживание выездное. Наше село самое отдаленное в районе, где несколько лет уже у нас нету фельдшерского пункта. Поэтому жители очень озабочены этим вопросом. Но наше руководство и совместно как бы с жителями мы вступили в программу для строительства вот нового ФАПа. Новый ФАП появится рядом с сельским домом культуры. Участок полностью оформлен, есть градостроительный план, готовится проектно-сметная документация. Во всей красе и полной комплектации лечебно-профилактическое учреждение должно предстать в конце этого года. В штате будет фельдшер, будет младший медперсонал. Касательно графика работы, оказание медицинской помощи круглосуточно, но плановая работа все-таки в дневное время. Вот. По видам медицинской помощи, это, разумеется, это первичная медико-профилактическая помощь, в рамках которых, собственно, дневной стационар, первичный прием. Помимо Новоспасского района, ФАП в этом году откроют и для жителей поселка Лесная Быль Чердаклинского района. На строительство учреждений медико-санитарной помощи выделено 17 миллионов рублей федеральных и региональных средств. В марте следующего года мы должны открыть первичное сосудистое отделение на Южный Куст Ульяновской области. Вообще, что такое первичное сосудистое отделение? Это отделение, где будет оказываться медицинская помощь больным с инсультами, инфарктами головного мозга. А в 2021 году на базе Новоспасской районной больницы планируют заработать амбулаторно-онкологический центр, куда за помощью смогут обращаться в том числе жители Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов. Рената Алюлова, Руслан Баталов. Специально для «Ульяновской правды» из Новоспасского района.